Всем привет! Вы на канале Сухарики ТВ. Всем привет! Борис, помаши ручкой. Сегодня мы снимаем наш первый челлендж, вызов. Называется «Успеть за 7 секунд». В общем, правила такие. Мы даем друг другу какое-то задание, и нужно его успеть выполнить за 7 секунд. Попробуем? Давай. Давай попробуем. Кто первый? Какая разница? Давай я первая. В общем, первое задание на разминочку будет... Так, назови 5 имен за 7 секунд на букву А. Раз. Андрей. Два. Александр. Три. Артём. Артемий. Шесть. Семь. Это одинаковые вообще-то имена. Арсений. Все, время вышло. Артём и Артемий, это, в принципе, одно и то же. Нет, а по словарю это разные имена, так что не катят. Давай. Одень на себя варен памперс за 7 секунд. Время пошло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не успела. Не, ну я понимаю, я это учел. Ну. Все, это все, что я могу. Дальше. Значит, успела. Не думал, что ты такая. Yes. Прям. У меня получилось. Ты его поддержишь пока, да? Ты на следующий вопрос точно не ответишь, я тебе обещаю. Ладно. За 7 секунд назови 3 фрукта и 3 овоща. Сколько? 3 фрукта и 3 овоща. Время пошло. Раз. Апельсин, ананас, два, арбуз. Три. Морковь, четыре, картошка. Пять. Свекла. Шесть. Вообще-то арбуз это ягода. Арбуз это не ягода. Ягода. Арбуз, ну тогда ягода. Яблоко. Ну все, ты, в общем... Прошел. Нет, не прошел. Ну, будем считать. Арбуз это ягода. Я все равно уже долго не думал. Яблоко. Я не знал, что арбуз это ягода. Я же... Назови за 7 секунд 6 геометрических фигур. Раз. Круг, два, квадрат, треугольник, три, прямоугольник, четыре, пять, зигзаг. Семь. Она не успела. Ты не успела. Почти. Почти успела. Ладно. Так. Надо за 7 секунд успеть выпить стакан воды. Держи. Варя, ты мне хоть теплую воду налила? Нет, обычную. Спасибо. Раз, два, три, четыре, пять. Ладно, молодец. Тебе получилось. Назови за 7 секунд 6 марок автомобиля. Время пошло. Раз. Ауди, Мерседес, Тойота. Хонда. Хюндай. Мазда. Нет. Нет, я успела. Вот, блин. Ладно. Я же их знала. Знала же. За 7 секунд скажи Сухарики ТВ наоборот. Ну, то есть, ну ты понял, да? Слово наоборот. Ну, с конца на начало. Вики. Иху. Один. А, это же... Два. Три. Четыре. Ну? Сухарики. Пять. Шесть. Семь. Блин. Это тупой вопрос. Как можно сухарики наоборот сказать? Вики и... Ага, попробуй. Я даже сижу думаю. Мне хотя бы видеть сухарики. И ки... Я бы только думал, вот ладно. Именно. Вообще не считаю. Назвать 5 кафе Бистро, которые есть у нас в Новосибирске. О, господи. За 7 секунд. Раз, два, Бургер Кинг, три, Макдональдс, четыре, KFC. Пять, шесть, семь. Я не знаю. Нью-Йорк Пицца. Папа Джонс, ладно, KFC, ты бы сказал пиццу, харакири. Это бистро быстрого питания. Ладно, кафе. Все. Еще пить хочешь? Итак, теперь пораскинь мозгами. Отними 368 минус 52. 368 минус 52. 368 минус 52. 1, 2, 3, 4, 5, 316? Да. Молодец. Да. Ну, давай теперь. Сказать «я босик» 15 раз за 7 секунд. Я босик. Босик. Ну, как я тебя называю? Ладно. Давай, за 7 секунд. Раз, я босик, два, я босик, 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 я
сколько? Я не считала. 12. Ты считал? Вроде. Давай заодно. Нет, все, ладно. Сколько уж получилось, давай. А, я теперь. А, в общем, за 7 секунд ты должен успеть взять любую одежду из шкафа, одеть и сюда прибежать. А где он? Чья? Любая вообще одежда. Хоть что. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, ты опоздал. Можешь... Это нереально. Вот зачем у меня все на вешалках? Все. Варюша, нас папа не успел, да? Да. Ага, не успел, так, не успел. Так, мне надо новый шкаф, где у меня все будет по полкам. Накрась мне губы за 7 секунд. Время пошло. Раз, два, три. Чего ж не считаешь-то? Да уже всего. Не успела. Я же считал в уме. Как попало, я тоже умею. Если ты вот так, я тебя губами, а ты... Да нет, покажись, что ты, красавчик. Так, расскажи за 7 секунд, почему ты меня любишь. Давай, время пошло. Раз. Слушай, я в тебя влюбился с первого взгляда. Ты самая красивая, обаятельная, привлекательная и сексуальная. 6, 7. Вообще-то можно было еще рассказывать. Ты все? Слова закончились? Ну мне же надо было успеть за 7 секунд. Ладно. Чем я бы тебе тут рассказывал-то? Зато я задание прошел. Ладно, молодец. Вроде бы. Давай. Так, где то пожелание? Назови 5 разновидностей цветов. Красный, зеленый, черный, белый, коричневый. Что, это слишком мелкое задание какое-то было? Ладно. Назови за 7 секунд. День, месяц, год нашего знакомства и нашей свадьбы. Время пошло. 19 августа 2009 год. 1 июля 2013 год. 13-й год? 11-й год, да. Год здесь. Да, ура! Ты меня запутал. Получилось. Блин, неудобно говорить, когда тут по духам считают. Да, тут фишка. Тут один, а я... Тут два, а мне опять сказать что-то надо. Залезь на диван и скажи 5 раз «я хомяк». Время пошло. Раз, два, три, четыре, я хомяк, я пять, хомяк, я хомяк, шесть, я хомяк, семь, я хомяк, я хомяк. Сколько надо было сказать? 5 раз. Я сказала? Нет. Я сказала 5 раз. Нет, ты сказала 4. Ладно, мы потом будем пересматривать, обязательно посмотрим, так это или нет. Я думал, это легкое. Челлендж стоит. А это очень сложно. Ладно. Даже сбоешь читать. Назови за 7 секунд 6 звуков животных. Время пошло. Да. Раз, мяу, два, му, три, четыре, пять, ку-ку-ку, цып-цып-цып. Ладно. Включи на нашем телевизоре свой любимый 56-й канал ТВ. Время пошло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Включай быстрее. Yes! Да! Почти успела. Как бы все. Хорошо, мы всегда на этом канале. Ладно. Да? Тёмик меня не признал. Давай мне Тёма. Вообще-то мой последний был. Нет, мой первый. Ну, сейчас. Ну, в общем. Укуси за 7 секунд свой большой палец ноги. Раз, два, три. Это было слишком легко. Ладно, так уж и быть. В общем, мне кажется, у нас ничья получилась, да? Угу. Ты с губами еще накрашены. Красиво-то как, а? Что, ладно, будем прощаться? Да, Варюня, сядь. Всем скажем пока-пока. Варя, надо всем сказать пока-пока. Пока-пока. Всем пока-пока.